В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Цензура и свобода слова – два явления, мир между которыми невозможен. Цензура появилась в России на 100 лет раньше, чем литература. А свобода слова как была, так и остается нелюбимым дитя российского государства. Настоящая свобода слова – труднодостижимый идеал. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Вообще свободы слова не существует. Свобода слова – это линия горизонта. Программа «Дежавю» на радио «Свобода» в четверг в 17:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.